В Щелкове на базе 6-й гимназии состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии. Помимо ребят из нашего округа, сюда приехали участники из 6 муниципалитетов Подмосковья. Все они учащиеся 9-11 классов и являются победителями муниципального этапа олимпиады. Не первый год принимаем, это и почетно, и ответственно. 3 года подряд, да, мы детишек с разных округов, вот ребят, которые осмысленно подошли к выбору участия, предметному участию именно экологии, они показывают не только знания, они на самом деле показывают очень широкий кругозор, они владеют проблемами своих округов по вопросам экологии. Конечно, они проводят исследования помимо, да, то есть прикладная часть очень важна вот в познании этого предмета. Победители регионального этапа олимпиады будут участвовать во всероссийском заключительном. На него поедут ребята, набравшие для этого соответствующий проходной балл. Среди них будет идти борьба за призовые места, дающие преимущественное право для поступления в престижные вузы на факультеты с изучением экологических дисциплин. Я сильно старался, чтобы попасть сюда. Я работал со своими учителями в школе, я работал вне школы. Мне очень интересна экология, я считаю, что это очень важно, должно быть сейчас для каждого человека. Я понимаю, что не каждый относится к экологии должным образом, но я считаю, что если хотя бы я попытаюсь, возможно, я смогу сделать мир чище. Мы заботимся о экологическом состоянии нашего города, стараемся как-то поддержать животных. Например, мы недавно ездили в приют Берта и помогали, оказывали помощь собакам. Также у нас недавно была акция «Добрые крышечки». Мы собирали крышки пластиковые и позже их сдавали. Я настроена к победе, буду идти вперед и достигать своих целей. В этот день в гимназию номер 6 приехали еще 28 школьников из разных муниципалитетов, и Щелково в их числе 6 учащихся. Это ребята из 7-8 классов, которым предстояло участие в областной олимпиаде по экологии. Казалось бы, им еще до выпускных экзаменов больше 3 лет, но они экологией уже интересуются и нацелены на результат. Экология очень важна для меня. Я считаю, что это путь к будущему. Я приехал в эту школу, чтобы сдать этот предмет на олимпиаду, чтобы поступить в престижный вуз и помогать обществу в развитии этой науки. Для себя я хочу просто заняться этим, потому что мне кажется, это интересно. Потому что много людей этим увлекаются, я хочу тоже просто попробовать, получится или нет. Ну, хочется сделать землю чище, чтобы не было много мусора, чтобы было много деревьев и свежего воздуха. Нас не может не радовать, когда в детях воспитывается правильное экологическое мышление. Согласитесь, олимпиады по экологии для школьников этому очень способствуют. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.